В Туркестанской области проходит суд в отношении 6 сотрудников Сауранского районного отдела полиции. Правоохранителям было предъявлено обвинение в том, что в прошлом году они, как говорится, выбили признание в краже скота от двоих сельчан. Потерпевшие заявили, что группа полицейских избивала их и подвергала пыткам. По их словам, для того, чтобы выбить из них признание в краже, которую они не совершали, им на голову надевали пакеты. После заявления потерпевших, 6 полицейских взяли под стражу почти год назад. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.